Вы должны спросить только то, что вас очень сильно беспокоит. Можно все-таки? Ну, конечно. Я молюсь за маленьких детей, которые болеют. Это ваша работа? То есть вы их лечите просто или как? Или просто у вас так много маленьких детей, которые болеют? Нет, они совершенно чужие. То есть вы их видите и хотите им помочь, начинаете молиться за них. Знаете почему? Хочу сделать лучше своих. Потому что в прошлой жизни вы уже этим занимались. И у вас получалось. Когда они уходят из этой жизни, мне очень больно. Это значит, что вы будете спасать таких детей? Можно я продолжу? То, что я вижу, эта девочка благодаря вашей молитве сейчас в рай попала. Там испытывает огромное счастье. Ну так, продолжайте. Я вижу очень много страданий вокруг. Я понимаю, что это землевременное состояние. Настолько больно смотреть. Давайте людям знания или молитесь за них. Есть два способа помочь только. Все, больше нет способа. А боль, как с ней справиться, которая внутри? Боль означает неведение. Да, наверное. Вы не видите продолжения. Да, не дано. Ну, вы просто примите, как устроен этот мир, и тогда вы увидите продолжение. Пока вы будете испытывать боль, глаза будут закрыты. Надо согласиться с волей Бога. Что здесь происходит, согласиться с этим, принять это, эту волю. После этого открывается возможность. Напрягитесь внутренне и примите. Это не значит бездействовать, просто вот принять. Каждый человек имеет свой крест в жизни, надо его нести, примите это. Сразу вам спокойнее станет. Все дается человеку, даже самые непреодолимые страдания для развития. Память остается с человеком. Когда он уходит из жизни, он помнит свои победы. Ну, и помнит, кто за него что сделал. То есть это все для развития идет, для победы. Спасибо. Владимирович, а как вы молитесь? Вы только вот это слово произносите. Как вот вы молитесь? Своими словами? Я молюсь молитвой определенной в своей вере. Я не хочу сейчас конкретно говорить, какая и чего, потому что это моя интимная какая-то вещь. Вот. Я со старшим молюсь вместе, я включаю голос его, наставника, слушаю звук, как он молится, и вместе с ним повторяю молитву. Я вхожу в его состояние, в его веру, и его верой живу в это время. И как только я начинаю это делать, я чувствую силу внутри сразу, потому что Богу нравится, что мы верим старшим. Любые вещи в эту тему, они всегда приводят к тому, что люди начинают устремляться в эту сторону. Это означает, что они будут совершать грех. Например, я скажу, самая красивая девушка вон та. И люди мне верят. И вот все, бросаю жену, той девушкой пойду. Ну, вообще молитва — это разговор человека с Богом, да? Поэтому так. Как душа велит, так и нужно молиться. Да. Спасибо. Спасибо вам, что вы поняли меня. Ничего не меняем. Больше того, если, допустим, муж в одной вере, а жена в другой вере, тоже здорово. Это тоже просто объем работы. Объем работы в постижении разнообразия и глубины этого мира. Просто и все. В этом объем работы. У кого из вас муж в одной вере, а вы в другой? Поднимите руку. И кто из вас уже не страдает, поднимите руку. Эта песня посвящается вам. Значит, вы поняли, как устроен этот мир, если вы не страдаете уже. Ты читаешь Библию, а я Коран. Ты слушаешь святыню, а я сам. Ты читаешь...
отцовный Бог за нас. У тебя крест, у меня луна, и помни, я не один, и ты не одна. С небес на нас смотрит великий Аллах, всегда с нами Бог в наших сердцах. Классно? Ну вот так и живите.